Всем привет, друзья! Я сегодня расскажу, как я создавал, оформлял и добавлял ролики на свой канал. Это пример того, как я создавал свой лого для своего канала. Дальше идет уже баннер для моего канала. Я все это создавал в кадре, конечно же. И вот я сейчас показываю, как я их создавал. Дальше, конечно же, нужно продумать и написать описание своего канала. Это тоже важно для вашего канала, чтобы люди заходили и читали про вас что-то. И вот, как я писал, например, где там нужно писать или как писать. И также вы должны придумывать сюжет для своего канала или видео. Например, здесь я придумал сюжет в Storyboard. Конечно же, вам нужны переходы между роликами.